Она привыкла жить одна, и мир ни с кем свой не делила. Она решала все сама, ей это придавало силы. Шагала смело по делам, и утром рано выпив кофе, она решала все сама, сильнее становясь в итоге. И с миром в силом совладав, и вечером придя с работы, она решала все сама, вертясь по жизни до субботы. И люди верили в нее и говорили: «Будь сильнее, ты молодец, бери свое, будь краше, лучше, смелее». И не хотелось им понять, что в свете людского мира ее ведь нужно лишь обнять, чтобы нас все охватило силы. Появится одна же тот, кто поведет ее собою, от всей ее он заберет и назовет своей судьбою. Рука в руке, и вот итог. Ей быть не нужно больше сильной, ведь рядом есть плечо того, кого зовет своим мужчиной.